Приветствую вас. Довольно забавно, на мой взгляд, выглядит ситуация, при которой вы, вот, знаете, говорите, что она прослушалась психологов с Ютуба, но при этом сами обращаетесь к этим же психологам с Ютуба. Вот, ну, по крайней мере, значит, по крайней мере, вы обращаетесь просто к психологу. Это немного странно. То есть, вроде бы, у вас к психологам отношение скептическое, да, но в то же время вы все равно обращается за помощью, все равно. Вот. И как бы это немножко странно, это противоречиво. Мне кажется, я, конечно, не могу утверждать это наверняка, но мне кажется, что подобная противоречивость, она проявляется у нас, в принципе, во многих вещах, во многих элементах, вот, это противоречивость некоторая такая, знаете, вот, если можно так выразиться, да, это двойственность, вот, что ли, вот я бы так это еще назвал. И мне кажется, что вы склонны себя обманывать. Мне кажется, что вы склонны себя отвлекать от, ну, такой, на мой взгляд, реальной проблематики, да, реальная проблематика, она какая? Да, вот, именно реальная проблематика какая? Реальная проблематика — это ваше состояние, да? Да, вот, ваше состояние, когда вы, значит, вот, продвигаете какую-то модель поведения, да, но не получаете результата. Вот. То есть, вроде бы, вы стараетесь, вроде бы вы действуете в соответствии с, ну, своими представлениями о том, как нужно, да, там, как правильно и так далее. Но вот все равно что-то не получается. И в этом случае, вот в случае, если у вас, ну, не получается. Я знаю только один 100% ответ на вопрос. Это ваша нечестность к себе. Тот факт, что у вас не получается, видит вот о том, что вы нечестны к себе. То, что вы чувствуете, вероятно всего, к девушкам. Вот. Немножко не связано с тем, что вы ей, значит, ну, транслируйте, что вы ей выражаете. И мне кажется, вот с точки зрения ну, психологии, ну, нужно поработать вам над вашей, значит,
ценностью. Хорош. Над вашей честностью. Вот. Мне кажется, что так. И когда и если вы будете честнее с собой, вот тогда, мне кажется, вы увидите для себя путь, по которому вы сможете пройти и решить для себя, что делать. Сейчас совершенно очевидно, что вы к девушке привязаны. Совершенно очевидно, что вы переживаете то, что она вышла из дружбы с вами. Это связано с тем, что вы с собой нечестны. Это связано с тем, что вы с собой не совсем искренны. Это связано с тем, что вы себя обманываете. Но вам немножко страшно посмотреть на правду в глаза. Мне кажется, что психолог – это тот человек, который поможет вам это сделать. Который может помочь вам это сделать, если вы захотите. Вот. Кстати, с точки зрения психологии, шутка – это защитная реакция. То, что вы шутите, это вы от чего-то защищаете. Нет, конечно, шутить хорошо, но как бы, если шутите вы, условно говоря, про одно и то же довольно часто, то это уже говорит о неких защитных реакциях. То есть, опять же, про самообман. Вот. Я верю в то, что вы этого не замечаете, но задача психотерапевта как раз в том и заключается, чтобы помочь вам заметить то, что вы сейчас не замечаете. Поэтому если вы хотите, например, вернуть дружбу с девушкой, то вам нужно поисследовать себя, поизучать себя. Это займет какое-то время, но результат будет того стоить. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи.